Там же тут жутко, когда я говорю об экстриме, я имею в виду опасные трюки, а не страшные заброшенные метрополитены. Ну вот, зачем мы сюда пришли? Как зачем? Чтобы найти призраков? Каких еще призраков? Неужели не слышала об этой истории? В общем, недавно здесь произошла утечка смертельно опасного газа. Так как метро давно заброшено, здесь любили бродить с подростком. После происшествия, до того, как об этом узнали и вычислили весь газ, они, как ни в чем не бывало, продолжали приходить сюда. И все они умерли прямо здесь. С тех пор метро кишит их душами. В чем дело?